В Ленинском городском округе остро стоит тема прохождения диспансеризации. Несмотря на то, что это мероприятие позволяет на ранних стадиях диагностировать различные заболевания, люди идут в поликлиники неохотно. На совещании с главой Ленинского округа заместитель главного врача ВРКБ Тимур Асанов рассказал, что в мае планируется запустить масштабную акцию, чтобы сделать прохождение диспансеризации максимально комфортным для людей. Основные базы – это будут взрослые поликлиники по моду диспансеризации и южная поликлиника. Пройти диспансеризацию можно будет с 6 дней в неделю с 8 до 20. Он также рассказал, что те, кто не имеет прикрепления к поликлиникам округа, смогут прикрепиться прямо перед посещением врачей. Планируется, что посетители будут тратить на весь процесс проверки здоровья не больше 2 часов. А 7 мая это можно будет сделать и в выходные дни в новом центре диспансеризации, открывшемся на территории ВРКБ. Видно, можно будет пройти диспансеризацию 7 дней в неделю. Модуль диспансеризации переходит на ежедневный режим работы. Это первое учреждение Московской области с возможностью получить профилактическую помощь в любой день недели. Еще одним вопросом, на котором заострил внимание глава округа Алексей Спасский, стала подготовка к празднованию 9 мая. Несколько важных мероприятий озвучила начальник отдела образования администрации округа Наталья Киселева. Среди них тематические классные часы, смотры строя песни, уроки мужества. 3 мая мы проведем муниципальный урок мужества «Сила в правде» с приглашением участника специальной военной операции. Это мероприятие пройдет в ХТЛ в 13:20. В свою очередь и глава округа дал поручение руководителям служб и управлений ответственно отнестись к предстоящему празднику. Неделя осталась до великого праздника, поэтому нужно посмотреть все памятники, все места захоронения. Нужно оказать внимание всем тем ветеранам, участникам войны, которые у нас есть. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.